Раз в году в Бишкеке проходит мероприятие, попасть на которое обязательно каждому, кто хочет быть в курсе всех самых свежих трендов культурной и бизнес-жизни столицы. 1 декабря состоялось 5-е ежегодное вручение наград от популярного журнала One Map, которое на этот раз прошло в дворцовом интерьере дома торжеств «Версаль». Огромное количество угощений и напитков, живая классическая и современная музыка, балет. Организаторам удалось сделать этот вечер по-настоящему интересным и вкусным. Что же касается самого вручения наград, оно удивило гостей не меньше. Из 11 номинаций 3 заслуживают отдельного внимания. Так, в номинации «Признание поколений» посмертно победил Чингиз Айтматов за выдающиеся достижения и существенный вклад в развитие общественной, культурной и научной жизни. Награда была вручена сыну Чингиза Дуракуловича Эльдару Айтматову. Награда в номинации «Менеджер года» досталась мэру города Бишкек Албеку Ибраимову. Сам господин Ибраимов не смог присутствовать на мероприятии из-за гриппа. И награда, вместе с пожеланиями скорейшего выздоровления градоначальнику, была вручена вице-мэру Кельдибеку Исакову. «Азия Микс» – команда КВН из Кыргызстана победила в номинации «Прорыв года» и, по-моему, вполне заслуженно. Победитель, на самом деле, вообще попасть в номинацию самого для нас – это уже победа, если честно. Потому что мы из всех компаний, всех проектов мы выбираем именно в каждой номинации по 6, по 7 номинантов. И в течение 50 дней идет голосование. Группа компании First Media в лице One Magazine и издания FAM. Мы очень благодарны Media Manas за тесное платформное сотрудничество, потому что мы очень-очень ценим, в целом мы очень точно знаем, четко понимаем для себя, какая у вас аудитория, мы четко понимаем, какая у нас аудитория, соответственно. Мы, я считаю, что очень полезны друг другу. СМИ вообще должны дружить. Тимур Тимаев, Корби Джонсон, Медиа Манас.